Привет. Тебе приходили мои звонки вчера? Да. Что? Нет, не приходил ничего. Ну, вчера, я если честно... Я звонила 4 или 5 раз. Не знаю, я дал пропущено, нет. Как ты там? Нормально. Тут немного маневр совершили, чуть-чуть откатились. Что? Откатились, говорю, чуть-чуть назад. Вот Дубчан. А? Дубчан и полностью уже все? Чего вначале? Подожди, я не поняла. Что ты сказал, куда, кто откатил? Назад немного приехали мы. То есть Дубчан и все? Все оставили. Качкаровка. Тоже стоит. Потому что у меня женщина с Качкаровки не может ни до кого дозвониться. Что, не понял? Говорю, соседка, женщина с Качкаровки не может ни до кого до своих дозвониться и попросила узнать, что там. Все, Украина. Обалдеть. С тобой все нормально? Да без происшествий. А? И до какого момента оставили? Не знаю, не вижу руководства. А? Алло. Да. Ты что говорил? Ничего не говорил. Я говорю, до какого момента оставили? Не знаю. Руководство-то не я же принимаю решение. Нет, но я не в том плане, вот Качкаровку отдали, а дальше нет? Или да? Я думаю, до Днепра, всегда Днепр выйдем. Когда-нибудь.